В переломный момент истории 1/6 части суши, когда одни идеалы растворились в прошлом, а другие еще соревновались за свое будущее, на слуху растерянных людей неожиданно появилась песня про маленькую стаю, которая уходит в небо. Исполняли ее молодые ребята в духе бунтарской рок-жизни того времени. На сценах больших и маленьких, порой в полуподполье или, напротив, на стадионах и площадях. Глоток новой, как казалось тогда, свободы зазвучал заголовком гениального Достоевского «Братья Карамазовы». Начинающий рок-коллектив мгновенно стал героем телепрограмм и газетных разворотов. А киевская рок-тусовка пополнилась еще одной интеллектуально разбитной рок-группой, участники которой вряд ли подозревали, что их когда-нибудь начнут называть легендой. Заряжал всех, и музыкантов, и тех, кто был с ними рядом, молодой лидер группы Олег Карамазов. Харизматичный, излучающий колоссальную энергию оптимизм, на сцене Олег казался символом своей эпохи, рожденный самим Днепром. Что, в принципе, было недалеко от истины. 11 мая 1962 года в семье молодых и красивых людей Виктора и Светланы родился первенец. Имя ему дали Олег с фамилией Кривошея. И в свое время этот юноша переехал с одного берега Днепра на другой, чтобы стать Олегом Карамазовым, именем, которым его назвал народ. Мне повезло, я родился на берегах Днепра, в городе Днепропетровск, буквально в центре города. Буквально через несколько дней после рождения родители, бабушки, дедушки отнесли меня в Свято-Троицкий собор, где был крещен. И первое мое воспоминание – это огромная река Днепр, это много солнца, это вот какое-то совершенно беззаботное детство. Я много читал в детстве, я смотрел по сторонам, я понимал, что я живу в какой-то огромной, великой стране. В маленьком телевизоре, который появился, я видел, как люди улетают в космос, возвращаются, кто-то живой, кто-то нет. Мне все вот казалось, что вот действительно я живу в мире, наполненном замечательными людьми, персонажами. И все детство у меня было связано с этим. До того момента, когда начали уходить родные. То есть умер дед, умерла бабушка. И тогда, вот, по-моему, впервые в жизни, теряя людей, я понял, что мир не такой уж солнечный и не такой яркий, каким он для меня был ежедневно. Первые глотки веры, которые приходят в жизнь любого молодого человека, во времена торжествующего светлого будущего не всегда сопровождались тем, что принято называть духовностью. У меня была очень верующая бабушка, бабушка Ира. Она часто приезжала к нам в гости, я приезжал к ней. И вечером она становилась на колени каждый вечер и молилась. Я не мог понять, что происходит. Мне невероятно стыдно по сегодняшний день. Я пытался всячески мешать, высмеивать, дергать ее. И вот это вот чувство у меня до сих пор стыда, что она-то молилась Богу и наверняка обо мне тоже. И вот это вот детское непонимание, конечно, до сих пор во мне каким-то упреком от нее. По всей видимости, наши родители, предки, тоньше других чувствуют, что предназначение человека на Земле вовсе не заключается в его стандартно тривиальном пути – учеба, карьера и сытая старость. Иногда кажется, что мир слишком большой для того, чтобы мы в нем заняли видное место. Но это обывательское мнение не учитывает одного – самый простой человек и его искренняя вера в великое способна сподвигнуть нас на самые неожиданные поступки и решения. Мне было 10 лет, когда отец и наша семья переехала жить в Киев. И первое, что в Киеве у меня началось с драки. Первое, что я получил в Киеве, это получил по башке от киевлян. Потому что я, парень, приехавший из Днепропетровска, был для них такой периферийный мальчик. Откуда-то из дальнего села непонятного. Вот. Поэтому первое, что знакомство с Киевом, это я очень крепко получил по голове. Далее двор меня настолько увлек, что бесконечный футбол, игра в войну, позже первые глотки вина, позже гитара, на которой играли ребята во дворе на лавочке, мама, которая кричит «домой, домой, домой» с балкона. Это все настолько увлекло, и мне казалось, вот это и есть настоящая жизнь, вот это и есть кайф. И так меня это все увлекло и понесло, что я не заметил, что
я начинаю взрослеть, уже как-то вот пора определяться. Первая выходка моя была, я окончил 8 классов, и после 8 классов я вдруг из романтика, футболиста, драчуна, я вдруг оказался на заводе. Первая моя профессия – слесарь, механосборочных работ, Киевский завод. И вдруг я увидел еще одну жизнь. Работяги, с которыми, значит, я вкалывал целыми днями, какая-то зарплата непонятная. В троллейбусах, когда я ехал на работу с работы, я читал Солженицына, который тогда появился. И начала открываться другая жизнь. И опять я понял, что ну, не все так сладко здесь на земле, не все так вымощено желтой кирпичной дорогой, которая ведет в солнечный город. И внутри начало просыпаться какое-то непонятное чувство и вот это ощущение, атмосфера последних дней Советского Союза, когда уже еще не разрушилось ничего, но уже было понимание, что точно эта жизнь не совсем нормальная, что как-то должно быть по-другому. И волею судьбы в те дни в Киев приехал из Днепропетровска хороший знакомый отца. Он говорит, вот в Днепропетровске есть такой факультет в университете, физико-технический, их 4 в Союзе. Готовят ребят, которые строят космические корабли. То есть это же космос. А я частенько смотрел туда вверх, и там, где там АУ, где там жизнь. Я как-то меня это так увлекло. И думаю, может мне действительно поменять мой завод, напильник на что-то другое, может мне в космос отправиться. Это было то время, когда юноши мечтали стать скорее космонавтами или учеными, нежели музыкантами, а уж тем более рок-н-ролльщиками. И выбор пути Олега состоял от одного неизвестного к другому, такому же неизведанному. Поступил в университет, и тут опять новая жизнь, потому что те люди, в которых я окунулся в Днепре, в университете на физтехе, они были совершенно диаметрально из противоположной жизни, нежели мой двор, в котором я был в Киеве, потому что с одной стороны были ботаники, очень умные ребята в очках, которые совершенно не знали жизни, а я ее уже немножко так знал и понимал, как мне казалось. Вот. С другой стороны, это время было, когда много ребят возвращалось с Афганистана, которые как бы вот по духу были близки с моим дворовым прошлым, они мне, люди, вернувшиеся с войны, были как-то понятней. Вот. Но так получилось, что я как бы лучше брал и у тех, и у других. Ну и, конечно, в Днепропетровске это мои были не самые первые, но уже мощные первые рок-группы, в которых я рубил. Я не знал, ну что делать, корабли космические строить или рок-н-ролл играть. Рок для меня был все-таки больше не музыкой, а возможностью сказать правду. И какие-то первые строчки, которые я писал, они были вот тот протест, который рос внутри каждого из нас. Сейчас это сложно представить, но всего 20 с лишним лет назад, в конце 80-х годов, на распутье оказалось около 260 миллионов человек. Что делать дальше? Каким идеалам служить? Что одевать, джинсы, деловой костюм или белый халат? Пока население, власти и партократия размышляли над следующим шагом, в интеллектуальных подворотнях больших городов вовсю неслось. Требуют наши сердца. Мы попали в парадоксальную ситуацию. Дело в том, что в 90-м году образовалась группа. Мы были, может быть, наиболее самой протестной группой, которая была здесь. Но при этом люди, которые говорили о независимости страны, нас не воспринимали за своих, потому что мы пели на русском языке. Вот. И многие нам говорили, ребята, надо на украинском петь, поедете на Червону Руту, вас в телевизоре покажут, будете вот... Не хотелось этого делать, поэтому как бы вот парадокс в том, что мы со своей волей и стремлением, и той жизнью независимой, которой мы жили и живем до сих пор, в стране, которая захотела стать независимой, мы не стали той частью революции, которая была в 91-м году. Поэтому вот мы жили в этой стране, но вот как-то параллельно с государством. Это рок-н-ролл. Мы были очень необузданы. Мы были революционны абсолютно. Но революционны не в смысле социальном, а в смысле эстетики.
Термином рок-н-ролл, в общем, можно охарактеризовать не только культурную жизнь того времени, но и общий дух, царивший в эпоху перемен 90-х. Развал огромного государства привел к тому, что первенство в социальных инициативах вынуждены были взять на себя медиа и, как ни странно, рок-музыканты, сохранившие свой авторитет среди народа своей непредвзятой принципиальностью. Тогда очень популярная программа «Взгляд», в которой работал Листьев, Любимов, вы помните этот проект, это было телевидение номер один, они занимались благотворительностью и очень к ней привлекали часто рок-музыкантов. И уже страна пережила Чернобыль, уже больницы были забиты больными детьми, и «Взгляд» инициировал ряд концертов, первый из которых был в Днепропетровске. Это в помощь детям минских белорусских больниц, пострадавшим детям от Чернобыльской катастрофы. Мы отыграли свою часть концерта, неплохо нас приняли. Я уходил за кулисы, и в кулисах стоял такой дядька в тельняшке с огромной черной бородой, огромные вот такие очки, как сейчас помню, с толстыми стеклами. Такой, волосы в разные стороны, такие черные торчат. Вот, достаточно странный такой гражданин. Он меня так схватил за шиворот, так посмотрел в него глаза и говорит: «Настоящий!» Я так перепугался, говорю: «Это кто еще такой?» Вот. Он меня взял за руку, и пока мы шли к гримерке, я понял, что кто-то из музыкантов, но я не знал в лицо этого человека. Вот. И оказалось, что это Юрий Леонидович Шевчук. И вот так мгновенно, вот в один момент началась дружба, которая уже много лет, которую я ценю и которую я дорожу. И мы тогда с Олегом мгновенно подружились просто, потому что мы были, в принципе, так сказать, на одной поляне бытия этого. Одну траву гладили, в одни небеса смотрелись. Это было здорово. Я помню, предложил, насколько мне память, он мучился, как назвать группу, но я тогда зачитывался Достоевским как раз, и предложил ему вот чем-то. Ребятки мне напомнили вот таких братьев Карамазовых. Они потому что все были разные, но все были братья. Я говорю: «А вы назовитесь, Олег, братья Карамазовы». Ему, по-моему, понравилось название. И они назвались братьями Карамазовыми. Вот. Окрестил я своих братьев. Да. В Питере мы сидели у него в коммуналке. Он показывал какие-то записи своих новых песен. Я привез какие-то свои наброски. Мы сидели в коммуналке, потом пошли бродить, дождик шел вдоль Невы, вот, выпивали немножко вина, опять вернулись в коммуналку. Он говорит: «Олежа, я все понял. Группа будет называться «Братья Карамазовы». Ты Карамазов». И я как-то посмеялся, и не особо я в это как-то так тронуло меня это. Ну, невероятно, роман, который я, по-моему, к тому времени еще не читал даже. Вот. И о том, что это самый мощный, может быть, из написанных романов для меня, я узнал позже. Вот. И тогда я в Киев приехал с парнями, мы сели на репетиции. И я говорю: «Ну что, меняем афиши, теперь мы братья Карамазовы». И вот так мы ее поменяли на целую большую часть жизни. Но большая часть жизни вовсе не выражалась в успехе, который часто сопровождает поп-идолов современности. Денег не было и в помине. Хотя группа выступает на концертах и фестивалях вместе с легендарными «Металликой», «Deep Purple», «Юрай Хип», Гариком Сукачевым, Петром Мамоновым, «Машиной времени» и многими-многими другими музыкантами, чьи имена уже в мировой истории музыки. Я написал песню «Маленькая стая уходит в небо» в начале группы, в начале еще существования братьев Карамазовых. Это было начало 90-х годов, бурное время, огромное количество концертов. Достаточно было повесить афишу в любом городе, на котором было написано слово «рок», и это был обеспечен полный зал людей. Денег, конечно, это не приносило, денег хватало на хорошую выпивку в этом же городе с друзьями и на то, чтобы добраться домой. И тогда мы записали в неплохом качестве песню «Маленькая стая уходит в небо».
люди, которые нас записали, были настолько активны, что мы еще не успели уехать из Кировограда. Мы еще сидели в гостинице, обсуждали, что делать с альбомом дальше. Как уже из всех ларьков, которые тогда были, из всех каких-то вот непонятных торговых точек, которые, если вы вспомните, все города были забиты, эти ларечная торговля, какие-то киоски звукозаписи, какие-то кассеты. Вот отовсюду вдруг зазвучало в один день. Наша маленькая стая уходит в небо. Я помню, я просто комплексовал невероятно, потому что денег не было, и я ездил часто вообще с Зайцем в 80-м автобусе без билетов, и я подходил на остановку, тогда огромное количество народу стояло на остановках, очереди, там, сесть в автобус. И вот пока я стоял в этой очереди в автобус, я раза три прослушивал «За река стая уходит в небо», так смотрел аккуратно по сторонам, вот, в лесу меня никто не знал, но ощущения были те еще. То есть, с одной стороны, жрать нечего, на метро денег нет, вот, но слава большая, то есть, как бы. И тогда вот, наверное, с этой песни и началась та широкая известность, которая как бы нас потом и накрыла. На самом деле известность проявилась не столько в плане почета и славы, хотя были и они, сколько во внимании людей, которые позже назовутся крепкими друзьями Олега. Единомышленники, поклонники и просто те, кто сопереживал с Олегом его песни, росли в геометрической прогрессии. С Олегом мы познакомились в 96-м году. Он сразу на меня произвел очень яркое, мощное впечатление. Весельчак, очень креативный, очень творческий, очень открытый, искренний. Все эти качества, наверное, привели к тому, что мы стали друзьями. Уже в 97-м году, в 98-м году мы уже имели даже ряд совместных проектов. В частности, тогда программа «Мелорама» вместе с компанией «Сепра» были организаторами съемок клипа в Египте, где, наверное, мы еще больше как-то сплотились, сблизились с Олегом. Съемок клипа на песню «Туапсе» группы «Братья Карамазовы». С тех пор мы очень тесно общаемся, мы дружим действительно. И на глазах все эти перемены, которые произошли с Олегом, отчасти он повлиял и на меня, безусловно, как и на все свое окружение и своих близких людей. Вот. И, конечно, если сравнивать Олега сейчас, Олега тогда, то, конечно, сейчас мы видим значительно более помудревшего, подобревшего, кстати, тоже человека, который, ну, в общем-то, во главу угла, наверное, поставил семейные ценности, духовные ценности и значительно стал более себя ограничивать, скажем так, в каких-то ярких эмоциональных проявлениях, которые, может быть, позволял раньше. Опять же, тогда, в конце 90-х, мы могли гулять до утра, мы были очень эмоциональные и веселые ребята. Вот, и я с радостью, с улыбкой вспоминаю те времена. Но, безусловно, та трансформация, которая произошла в Олеге, в нас, она точно в плюс, и, наверное, в плюс не только для него самого, но еще раз подчеркну, и для окружения. Я бы, наверное, в большей степени говорил не о самом Олеге напрямую, да, а то, чем, как бы, наверное, да, поражает, о самом явлении, да, о самом, потому что ценно, потому что осмыслить человека очень тяжело в момент, когда ты там с ним общаешься, а тем более, когда ты знакомишься после того, когда он уже был твоим кумиром, да, то есть ты уже услышал маленькую стаю, ты уже услышал, что в придорожной траве времени нет, да, на железных собаках, и как это вот дружить и вообще познакомиться с кумиром? Олег относится к тем людям, которые с первого раза становится твоим другом. Вот сразу, вот ты поздоровался, а, привет, как, Санечка, о, все, и все, и ты понимаешь, что, что это друг, что это навсегда, что это друзья, которые просто при одном воспоминании у тебя в душе становится теплей, солнце становится светить ярче, в туман видно, все сразу становится. Вот Олег относится к таким людям. Правда, феноменальная способность Олега завоевывать любовь друзей вызывает истинное восхищение.
Уже на десятилетии группы «Братья Карамазовы» на Майдане независимости Киева был установлен своеобразный рекорд. В центре Киева на юбилейный концерт группы собралось около 500 000 зрителей. Мы каким-то вот настоящим подпольным образом шли. Но люди все слышали. Каково было наше удивление, когда в 2000 году мы сыграли десятилетие группы на Майдане. Нам тогда телеканал «Интер» предложил выступить именно на Майдане. И Влад Ряшин, который тогда руководил каналом, Юрий Молчанов, который был музыкальным продюсером, он готовил промо, как-то это все подготовили. Друзья наши, которые организовали сам концерт, 14 украинских команд, мною любимых, и до сих пор многие из них существуют, поздравляли нас от Украины, и знаменитые ребята из российской рок-тусовки, русского рока, приехали туда впервые на Майдане. Мы все вышли вместе, украинские артисты, российские. Вот такой получился мощнейший концерт, который собрал, Мелисса дала сводку, тогда 500 000 киевлян. Люди стояли от Бессарабского рынка до Европейской площади. То есть удивительно, вот это вот по духу, по некой объединенности, атмосфере, это те редкие моменты, когда вот нет своих, чужих, все очень близкие, родные, как люди перед сценой, так и люди на сцене. Это было, конечно, очень мощно в 2000 году, и мы тогда вот, ну, наверное, даже была мысль после этого концерта не играть дальше. Мы как бы там дурака валяли какое-то время, потому что не хотелось вот ломать эту эмоцию, которую пережил. Хотя эмоции Олегу предстояло пережить нешуточные. Привет! Наша маленькая московская делегация поздравляет наших братьев с десятилетием и этим скромным подарком. Желает им минимум еще 3 раза постойку. Карамазовым ура! Альбомы, концерты, признание, слава и, как следствие, деньги – все это должно было, по идее, принести музыканту удовлетворение и удовольствие в жизни. Но парадокс состоял в том, что вместо всего этого ошеломительный успех братьев Карамазовых начал приносить лидеру группы Олегу пустоту. Ее природу он не мог объяснить ни людям, ни себе. Все начало настраиваться, и в семье уже вопрос не стоял, как заработать деньги. А иногда моя любимая Алла говорила о том, что да ну их нафиг эти деньги, тебя не бывает дома, растут дети. Вот. Уж лучше обратно слесарем на завод иди, вот. Но чтобы быть дома, потому что ну, это семья. Ты живешь совершенно отдельно от нас, где-то там в поездах. Тебе, конечно, очень нравится, что тебя аплодируют и подпевают твои песни. Тебе нравится, когда к тебе на улице подходят люди, фотографируются. Все это клево, но как мы. Парадокс, жизнь настроилась. Все стало хорошо, сытно, как-то даже стабильно. При этом с каждым днем я ощущал, что жить мне хочется все меньше и меньше. Вот. И, наверное, из-за того, что не понимал, зачем. Зачем? То есть меня по-прежнему коробило то, что та несправедливость, которую я видел вокруг, та несправедливость, которую я видел уже первые олигархи в наших странах, огромное количество нищего народа, который торгует там спичками, сигаретами, просто чтобы купить себе что-то поесть и жить вот среди этого всего, в этом великолепном свете, все больше было ощущение, что ты живешь в мире животных. И какой выход из этого, я не видел, я не понимал. Душа от несправедливости, может быть, даже рыдала. И вот какие-то невероятные внутренние истории. А как? А что? Ну что, взять пистолет и пойти, значит, перестрелять депутатов? Наверное, нет, они тоже люди, у них семьи. То есть совершенно непонимание, зачем и куда дальше. Я сейчас прекрасно помню, это 2004 год, весна. Шевчук уехал тогда с группой на гастроли в Лондон. Отдал нам ключи от студии, отдал нам ключи от их базы.
Мы там поселились, мы записали песни, которые уже тогда многим нравились, там «Космос мертв», «В облаках», которую там просто рыдали в студии люди, которые приходили. Вот. Но легче от этого не становилось. И я, как сейчас помню, пришел день уезжать из Питера, возвращаться в Киев. Мы собрались на вокзале, попрощались с друзьями питерскими, сели в паровоз. И я, это пассажирский поезд, не скорый, он больше суток идет из Питера, по-моему, 3-6 часов, чуть ли не двое суток он ползет. Я смотрел в это окно, бегущие за окном березки, деревеньки, какие-то люди, которые как-то все это, апрель месяц, как-то еще снег сходит, но зелени еще нет, низкое небо такое. Я ехал, думаю, ну что я живу, зачем? Дети уже подросли, все вроде нормально, а я зачем здесь? Удивительным образом именно в минуты этих размышлений Олегу раздался звонок на мобильный телефон. Друг неожиданно пригласил его приехать в монастырь. Киевский монастырь, Свято-Покровская, Голосеевская пустынь. Это было накануне Страстной Седмицы. В субботу я приехал в Киев, побежал домой, обнял, поцеловал сыновей и жену, бросил сумку свою. И пошел туда, в Голосеево, к ним. Уже утром в 5 утра я стоял вместе с братьей на первой своей такой длинной службе. И вся неделя вот до Пасхи пробыл там с ними. Вот точно открылся новый мир. Я не знал, какой он. Я не знал, что это за мир. Я не понимал, как они там живут, существуют, зачем они там сидят. Но внутренне, вот точно что понял сразу, что мне туда хочется, вот с ними. Вот с ними, точно хочу с ними быть. Вот. И я помню эти ощущения, Пасха, мы простояли всю ночь, приехала семья, друзья. Вот. И уже надо брать сумочку, идти домой праздновать Пасху. Я помню первые вот эти ощущения, что я понимал, мне очень уже хотелось домой, я соскучился за всеми. Вот. И, конечно же, удивительное ощущение, которое я первый раз в жизни тогда испытал. Мне хотелось и домой, и в то же время у меня было невероятное ощущение, что я иду как бы из дома. Что мне здесь тоже вот дом, точно какой-то дом. И вот это ощущение, которое вот потом они, конечно же, как и все хорошее в жизни, мы быстро теряем, но каждый раз, когда меня куда-то уносит далеко, я пытаюсь вот это вот вспоминать ощущение, что и вот это вот держать в себе, что дом не только там, где твои родные, но еще дом вот есть. Может быть, даже настоящий, не знаю. Я помню, как, в общем-то, уже к середине 2000-х, как-то мы собрались у Влада Ряшина, тогда еще главы правления крупнейшего телеканала страны, и появилась идея съездить в Израиль, на Святую Землю, и к Пасхе снять какой-то фильм. И тогда же вот в беседе Влад руководил телеканалом «Интер», родилась идея, что нужно каналу к Пасхе, уже к следующей, сделать документальный фильм. Тогда это было редко, очень-то не было православных каналов. На эту тему, по крайней мере, в медиа говорилось очень мало. К моему удивлению, узнал, что мой друг Юра Молчанов в юности своей рок-н-ролльной закончил духовную семинарию. Человек был среди нас самый опытный в воцерковленной жизни. И человек уже наделенный, получивший определенное знание богословские. Поэтому Юру вызвал от меня. Юру, мы с Владом были продюсерами. Юра был автором проекта. Помогал тогда замечательный человек, который тоже в жизни потом, мы оказались рядом, Егор Бенкендорф. Наша поездка в Иерусалим была очень яркой. Это и монастыри, и посещение всех святых мест, это общение со священниками, с монахами, продюсирование фильма. Вот. Безусловно, и неформальное общение, которого было очень много. Вот. И, наверное, что-то тогда вот в Иерусалиме произошло. Произошло и у Олега, и у меня. Вот. И повлияло, наверное, на целый ряд жизненных решений, которые
он принимал в своей жизни, и окружающие его люди, в том числе я, Егор Биткендорф, которые были участниками этой поездки, тоже принимали эти решения уже, наверное, на базе иерусалимских впечатлений. Влад Ряшин, будучи генеральным продюсером телеканала «Интер», решил вместе с Олегом Карамазовым поехать в Иерусалим снимать фильм накануне Пасхи. Схождение благодатного огня, мы готовили проект. Олег Карамазов поехал вместе со съемочной группой, вместе с Владом Ряшиным. И вот мы в составе съемочной группы отправляемся вот в это путешествие, которое для нас тогда, наверное, стало какой-то отправной точкой. Потому что, причастившись из рук Иерусалимского патриарха, случайно встретив делегацию Украинской Православной Церкви, там, которую возглавлял тогда блаженнейший митрополит Владимир, мы попали на реку Иордан, Ярденит, то место, где крестили Господа Христа. И мы попали на богослужение в храм гроба Господня. Мы изъездили практически все святыни, которые так или иначе связаны с жизнью Иисуса Христа. И вот тогда мы, может быть, до конца еще не понимали, что мы начали меняться. Меняться внутри. И это особенно было заметно по Олегу Карамазову. Нам невдомек тогда было, во что это все выльется, но мы понимали, что нужно было вот что-то с этим всем делать. И Олег Карамазов тогда меня удивил тем, что я себе представлял другого Олега Карамазова. Я себе представлял Олег Карамазов, какой-то другой абсолютно образ, с тем образом, который есть в СМИ где-то еще. Порванные джинсы, это лежащий там пьяный, это не духовный человек. Я себе нарисовал на тот момент другой образ. Поехав с Карамазовым в Иерусалим, я был удивлен, что, во-первых, во время путешествия соблюдал пост. Ни одного скверного слова. Причем пост – это не пост в еде, а это и в еде, и в поведении, и в словах, и в поступках. И потом, когда, допустим, уставшие, а находились постоянно все вместе, по монастырям ездили, и вот мы уже идем спать, а он на всеношную. Крепкий, светлый человек. И поэтому я попросил его быть крестным моей дочери Софии. И не ошибся. Я в суете, в заботах, в суету, которую сам себе придумал, заботы сам, которые сам себе навязываю. Где-то там бегаю, занимаюсь какими-то делами. Работа занимает ровно столько времени, сколько на нее отводишь, а я отвожу все время. И тут звонок, и говорит: Егор, не забудь, завтра праздник такой-то, такой-то, сходи с Софейкой. Из Иерусалима Олег и его друзья приехали в чем-то другими людьми. Лихое рок-н-ролльное времяпровождение начинает приобретать принципиально иное осмысление. Философское, духовное, фундаментальное. Предельно допустимая концентрация земных радостей достигла своей наивысшей точки. Что делать дальше? Я сейчас не могу сказать, что мы там стали православными или уж такими воцерковленными людьми, но вот эта тема, наверное, приобрела какое-то свое достойное место в иерархии ценностей в наших головах, головах буйных и рок-н-ролльных. Если можно говорить о случайности, то в моей жизни основные моменты вот, в моей жизни, они все достаточно были случайными. Вот. В 2006 году, в августе месяце, я заехал в монастырь, приложился к иконам, вышел из монастыря, сел в машину, в это время раздался телефонный звонок, и увидел, звонит отец Саки. Он говорит: Олег, здравствуйте, как поживаете? Я говорю: хорошо. Я говорю: батюшка, я у вас в монастыре сейчас был, еду на репетицию. Он говорит: а зайдите ко мне на чаек. Вот. Я зашел, у него сидело еще несколько человек. Мы поговорили там о том, о сём, он нас познакомил. И взяли у него благословение, попрощались. И он вдогоночку так нам говорит: поздравляю вас с праздником. Мы так еще повернулись, я говорю: а с каким? Он говорит: с днем крещения Руси. Я говорю: а сегодня такой праздник? Он говорит: да. Я говорю: вот это киевское крещение, то тогда вот. А я помню в юности, когда праздновалось тысячелетие крещения Киевской Руси, какое огромное торжество было тогда
в Киеве. Тогда же, благодаря празднику, монахам разрешили опять молиться в Киево-Печерской лавре. То есть огромное количество людей, которые съехались в Киев. Он говорит, да. Я говорю, а где сегодня торжества будут? Как туда поехать, пойти? Он говорит, а никаких торжеств не будет. Я говорю, как? Он говорит, да вот так. Говорит, ну вот просто есть такой день. Мы, говорит, во время там, каждый, кто помнит, поминает его. И это меня очень сильно рубануло. Это целая цивилизация, ее центр в Киеве. Вот этот акт крещения, который произошел, когда людям сказали о том, что есть Бог, и ты его часть, и ты ответишь за базар, когда закончишь свои земные пробежки. Вдруг вот эта дата, этот праздник, он как-то всплыл, и очень нас удивило, меня и моих друзей, что вот как-то вот тихо это все происходит. Важнейший совершенно день и дата, мы празднуем там кучу немыслимых, ненужных там каких-то в стране чуть ли не каждый день праздников, дат и прочего, а тут как бы об этом молчат, и никто не говорит. И тогда, я помню, мы все собрались. Юра Молчанов, Влад Ряшин, Алексей Емельяненко. Мы собрались у отца Исаакия, получили сначала благословение у него. Идея была очень простая – сказать согражданам о том, что люди, в этот день мы вот вспоминаем такое событие, давайте вспоминать вместе. Когда в 2006 году у нас было получено благословение зародить традицию празднования Дня Крещения Руси в Украине, совершенно резонно задали вопрос нашему духовенству. Отцы, вы понимаете, на что вы нас благословляете? Но мы же не похожи на медиамагнатов, владельцев заводов, пароходов и нефтяных вышек. Это же мы говорим о целом празднике для страны, для людей. Если мы говорим о том, что это традиция ежегодная, это же огромный колоссальный ресурс. Никто тогда не верил, что из этого что-то может получиться масштабно. И тем не менее, вот 2007 год, собираем на Певческом поле на концерт группы «Братья Карамазовы», ДДТ, Нино Катамадзе. Собираем 100-тысячную аудиторию, причем концерт, который открывали духовенство. Блаженнейший митрополит Владимир, который вышел перед рок-тусовкой. Все, кто когда-либо были на концерте группы ДДТ, «Братья Карамазовы», прекрасно понимают, что за люди собираются перед сценой. И это люди, ну, точно не елейного состава, которые сидят в консерватории и жаждут услышать классическую музыку. Это буйный народ, который кричит, в общем-то, шумит. Хотя народ честный, настоящий. Народ одухотворенный. И тут все в тишине замерли, вслушиваясь слова митрополита блаженнейшего Владимира. Для нас это было откровение. И блаженнейший тогда впервые со сцены обратился к огромному количеству людей, которые пришли в день крещения вспомнить эту дату. Действительно, мало кто мог представить тогда, что этот, вроде бы простой на первый взгляд концерт, станет предвестником целой традиции празднования эпохальной исторической даты, изменившей жизнь без преувеличения всего мира. В следующем, 2008 году, отмечалось 1020-летие Владимирова крещения. Олег, его друзья, коллеги и единомышленники, объединившись в международную общественную организацию «День крещения Руси», решили отметить этот юбилей с размахом. За это Олегу честь и хвала, потому что я бы, например, наверное, не смог бы найти в себе столько энергии. Мы, конечно, делали там пару мощнейших фестивалей в России, но такой тур я бы, наверное, не смог бы осилить. Музыканты трех групп. Киевляне «Братья Карамазовы», питерцы «ДДТ» и тернопольчане «Скай» отправились в тур, который охватил всю Украину и собрал более 3 миллионов зрителей. Это же нужно и найти финансирование колоссальное, и то, и сё, и сделать эти 26 городах такие огромные праздники. Но Олег, конечно, в этом смысле... Я никогда не забуду этот тур. Я, честно говоря, долго отказывался, потому что меня... Немножко вот как-то я считал, что я не имею права никакого, и сейчас я так считаю,
проповедовать со сцены. Я вообще не люблю, когда рок-музыкант начинает крестить народ. Не его это дело собачье. Рок-музыкант может говорить с людьми о жизни и о вере тоже, делиться своими мнениями, но не вести их куда-то в храм Божий. Для этого есть у нас монахи, отцы церкви, есть священство, есть много людей, которые служат, и есть молитва. Я не понимаю, когда светский человек начинает какую-то придумывать литургию. Он может посвятить что-то тому или иному моменту евангельскому, но создавать из этого гимны, псалмы – это не наше светское дело. Но Олег мне с Юрой Молчановым, они долго, мы с ними спорили, честно вам скажу, и Олег не даст мне соврать. Но они меня убедили в том, что главное в этом туре было, чтобы народы наши, украинские, российские, даже не народы, а государства наши, не совсем разъединились, потому что тогда был драматичный момент в истории, в новейшей, когда просто даже на духовном уровне начались такие колоссальные просто склоки, драки, противоречия. А читая историю, я знаю, что легче всего народы сделать врагами, это разделить их на этом духовном уровне. И когда мы с Андреем Кураевым говорили, мы же говорили о чем, что Киев – мать городов русских, и Киев крестил Русь. И он крестил и Москву, и Томск, и Тулу, и Новгород, и все остальное. Вот сердце духовности Киево-Печорская лавра. Даже это главное, и он крестил Русь, и мы сюда приехали поддержать это единство духовное между народами. Потому что окончательно рассорить народы, сделать врагами, поделить на хохлов и москалей, на все эти кошмарные слова людей, любящих друг друга, это чудовищно просто. И тогда я, конечно, согласился и группу убедил, что мы должны. Мы занимались больше именно гражданственной политикой, как граждане просто. Как граждане мы просто говорили везде, я говорил одно и то же. Как и сейчас говорю, Россия, Украина, братья и сестры. Политики нас ссорят, а вот эти политики, я говорил, умрут через 30 лет. Царствие небесное, а народы останутся. Мы люди светские, но скажу одно, что могу сказать и должен сказать, как музыкант и просто как человек. Господь для нас – это любовь, а любовь – это то право, которого мы все достойны. Дай Бог вам любви, ребята, дай Бог любви. Не надо ненависти, не надо ненависти. Политики, которые сейчас нас ссорят некоторые, через 30 лет их уже не будет. А народы наши останутся. Народы наши останутся. И как мы будем жить друг с другом? Драться, говорить гадости или любить друг друга? И вместе идти в светлое будущее. Ура! 2008 год, тур. Все, уже мы 3 месяца в дороге, вдруг звонок по телефону, это вас Банковой, улицы беспокоят, администрация, руководители страны. Мы бы вас очень просили в Киеве не проводить концерт. Но мы как бы несерьезно отнеслись вообще к этому звонку, не обратили на него внимания. Но потом из вечерних новостей мы узнали, что концерт запрещен. Концерт в честь 1200-летия крещения Киевской Руси в Киеве запрещен. Это нас, конечно, порвало полностью. Мы сидели вечером с Шевчуком. Смотрели друг на друга, и, что делать, проводить. Вот. Из Киева звонил Юра Молчанов, звонил Вася Горба, звонили ребята и говорили, ребята, будем проводить, что еще делать. Мы подъезжали к Киеву, опять телефонный звонок, мы просим вас прийти на Банковую поговорить. Мы пришли на Банковую, нам долго объясняли, что Виктор Андреевич Ющенко будет принимать иерарха в церкви возле Софиевского собора, что негоже в этот день вам. Мы говорим, как же нас церковь благословила, это же люди.
и реклама уже была, люди все знали, ждали, и концерты, и празднования, ну как же так? Вот, нет, вы будете мешать, поэтому... И мы тогда на улице Банковой задали один вопрос, мы сказали, ну хорошо, вы можете запретить нам ставить сцену, вы можете запретить там повесить звук и все что угодно, но все равно там 300 тысяч народу, которые ожидались, которые потом так и пришли, они придут. А мы придем с гитарами, споем для них. А потом что делать? Куда их везти? Хотите, мы их приведем вам прямо сюда, на Банковую улицу? И человек, который с нами беседовал, у него так руки немножко задрожали. Вот, и мы поняли, что все в порядке. Мы делаем то, что делаем. И концерт был невероятный, мощный, добрый, хороший. И тогда вот отмечали и во Львове, и в Луганске, и в Крыму, и в Киеве о том, что есть вещи, которые людей, конечно же, объединяют. Это вера. Особенно в Киеве, особенно на нашей земле, где и была крещена вся Русь. Поэтому для меня это очень важно в жизни. Я счастлив от того, что благодарен Богу, что я какое-то отношение к этому имею. Жека, мы сдохли давно. Вот наши могилы, она могила кресты. Жека, я знаю одно. Вытекло время, но руки чисты. Холодно в земле и кончился ток. Вставай, браток, нам надо идти. А кто-то еще ждет слоеный пирог. А кому-то охота поплескаться в крови. Наша маленькая стая уходит в небо. Наша маленькая стая уходит в небо. Наша маленькая стая уходит в небо. Нас здесь больше нет. Пусть сами ломают своих каменных пар. На фонарных столбах столько свободных мест. Но только без нас. Слышишь? Без нас. Наша самое главное, что нам удалось в праздновании 1020-летия Руси во время праздничного тура, это организовать крестный ход с мощами крестителя нашей земли, с мощами благоверного князя Владимира по всей Украине, во всех 44 епархиях Украинской Православной Церкви были пронесены мощи крестителя, тем самым он посетил, может быть, те края страны, в которой он не был при жизни. На мой взгляд, это вот самое большое, что нам удалось тогда во время празднования 1020-летия крещения Руси. Ну, мне нравится, что Олег не стал, знаете, вот как некоторые неофиты. Раз, все, и все в черном люди. И там, ты что куришь? А ты куда пошел? Там все в храм. Вот этого у него нет. Он стал, мне кажется, вот что очень главная вера человека, это какой-то на пути. Но он стал, Олег, сострадание в нем больше и понимание. И милосердие какое-то появилось.
такое просветление, какой-то на другой уровень он вот вступил, да, это очень здорово, да. Если человек 50 продолжает играть и продолжает играть в группе, с которой он начал, ну и благодаря там, которой, собственно, состоялся и стал известным, ну, вот значит, все правильно, значит, все нормально, если он не изменил. Это же тяжело в 50 лет играть, ну, те, кто играет и поют, я сейчас говорю, да, там, о людях, которые, да, ну, условно назовем это рок-н-ролл, ну, рок, да, но не попсу и не фонограмму. Это очень тяжело. И это достойно, мне кажется, уважения. Особенно в это время, да, такое все-таки коммерческое. Мы музыкантам это, знаешь, это такое, это сегодняшнее, на сегодняшний день оставаться музыкантом и зарабатывать на хлеб, да, оставаясь музыкантом, это подвиг. Это для взрослого мужика, я считаю, это, ну, это и о качестве, наверное, говорит, о внутренних каких-то качествах человека. Потому что мы все знаем, сколько, да, звезд, которые получают там те деньги, о которых бы нам мечталось, да, их единицы все равно. Остальные люди – это те, которые, знаешь, пашут, продолжают работать и делать то, что им нравится. Ну, собственно, это, наверное, в этом и смысл есть. Если он ничего не меняет и продолжает идти так, как 20 лет назад, это только уважение вызывает. По крайней мере, у меня точно. Ну, Карамазов – это всегда настроение, прежде всего. Это я парадокс в том, что я никогда не видел, как он делает замечания людям. Приезжая в сегодняшнюю съемку, мы договаривались наполовину. Я, к сожалению, опоздал там на минут 15. Он стоял на улице, меня ждал. И парадокс в том, он мне ничего не сказал. Он увидел меня и сказал, так посмотрел на меня и говорит: «О, красавчик, приехал!» И я понимаю, да, это Карамазов. У него абсолютно все люди положительные. Он не видит каких-то негативных черт, да? Это, наверное, такая самая яркая и сильная черта, вот, по моему убеждению, да? Просто видеть только положительное в людях. Со стороны, конечно, можно смотреть, что вот, вот есть известный человек, у него есть дети, наверняка они себя как-то особо ощущают. Нет, абсолютно, этого не было никогда. Да и до сих пор, ну, я вспоминаю достаточно редко о том, что у меня папа музыкант. Только когда концерты или приезжают его друзья, я такой: ага, ну да, все-таки. А неплохо-то ведь пообщаться с такими интересными людьми и посмотреть на творческих, интересных людей. У меня даже мои друзья удивляются, когда узнают, но об этом узнают только близкие друзья, кто мой отец. Они удивляются, спрашивают: а почему ты никогда об этом не говоришь? У тебя же папа рок-музыкант, мы ходим на его концерты, мы слушаем его музыку. Почему ты об этом молчишь? И даже окружающие, они не замечают этого. То есть я всегда к этому относился максимально спокойно. И эту тему никогда не выставлял на всеобщее обозрение. Но для меня это такая тема, которую я не люблю обсуждать. И еще раз повторюсь, что об этом знают только мои близкие друзья, которым, собственно, и объяснять ничего и не нужно. Они и так все прекрасно видят, знают, наблюдают. Яблоко от яблони зачастую недалеко падает. Поэтому я, конечно, наблюдал за папой, смотрел, учился чего-то у него, чего-то набирался. И это не могло не отложиться на моем характере. Тоже в детстве был большим раздолбаем, любил повеселиться, сейчас успокоился. Примерно я прохожу все те этапы, которые, я так понимаю, проходил мой отец. Кровь не вода, и все повторяется, и все возвращается на круги свои. Поэтому, конечно, отложилось, и, конечно, и веселье было, и потом сейчас приходит понимание, что есть вещи гораздо более важные в жизни, в мире, вокруг. И поэтому, конечно, это откладывает отпечаток. Но, тем не менее, повторюсь, это мой отец в первую очередь, и во вторую, и в третью. Олег уже 50-летний. Все зависит от человека. Вы понимаете, два человека живут. Один утром просыпается и говорит: ой, какое шикарное солнце, какая роскошь, или наоборот, какой снег шикарный. Второй просыпается и говорит: да елки-палки, опять жара будет, опять это холода, опять снег. Радоваться жизни – это самое главное, это огромный дар вообще человеку. Именно человека, который от папы, от мамы идет, и, наверное, все-таки идет от Бога, потому что он посылает эту доброту, и это, ну, видеть это хорошее и не видеть плохого. Я понимаю, что это мне подарил Бог. Я так понимаю, что Олегу подарил Бог тоже. Просто я вспоминаю фразу, которую в интервью где-то сказал известный
великий писатель Чарльз Буковский, когда его спросили там, ну вот что для вас все-таки самое главное, все-таки, ну как слава, деньги, что писателю вот нужно, творческому человеку, что для него? На что Буковский, уже будучи очень известным человеком, сказал: качественная аудитория, качественная аудитория. Это к этим разговорам, знаешь, когда вот большие тиражи, всемирная известность, а великий писатель говорит: не, мне нужен свой читатель, пусть его будет мало, но это тот, кто ждет мои книжки, открывает мои книжки и ждет следующую книжку. Олег ищет смыслы, у него дорога. Об этом трудно говорить, но я уважаю его путь, его дорогу. Он очень искренен, и я ему просто желаю всяческих благ просто на этом пути его. Он идет четко, он очень много читает, размышляет и молится. И старец его, отец Исаакий, удивительный человек просто. Замечательный, с глазами такими, в которых там небо есть, да, все нормально, это очень здорово, да. Дай Бог Олегу. Хочу сказать о том, что сегодня вот для меня счастье в том, что это, наверное, все-таки те люди, которые тебя окружают. Это твоя семья, это твои родители, это твои близкие, это твои друзья, это дальние твои, это та земля, на которой ты живешь. Это все, вот это и есть отечество, это и есть твоя жизнь. Я очень рад, что я живу здесь, в этой стране, в нашей. Я счастлив, что я живу с такими людьми рядом. Всех люблю и хочу любить еще больше. Всегда ваш Олег Карамазов.